Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино. Одним из ключевых мероприятий научно-деловой программы форума стал круглый стол «Искусственный интеллект». Его открыл пленарным докладом директор Центра цифровых трансформаций КФУ Дмитрий Чикрин. Выставка «Армия-2020» показывает все современные незасекреченные виды вооружений, виды военной техники, которые сейчас находятся на вооружении и снабжении Российской Федерации. Конкретно на этой выставке я присутствовал на одном круглом столе и на серии докладов Министерства образования и науки, где мы представляли свой доклад совместно с предприятием «Радиоприбор». Проект «Система периметральной охраны вибрационного типа на основе трибоэлектрического кабеля» от ученых КФУ и акционерного общества «Радиоприбор» занял второе место на конкурсе научно-технических разработок для оборонно-промышленного комплекса. Всего на суд были представлены 160 проектов. Камиль Гемоздинов, Универньюз.